Где-то, наверное, ну, неделя три, если не больше. Invictus Gaming, Кентавр, Варунер, Брюмастер, Рубик, Лишрак. Брюмастер, естественно, в мид, куда же еще эту панду отправлять? Кентавр, Варунер, Соло, Харт, Рубик, Лишрак и... Давай в Райскинга, брат. Тумбридер. Не захотели брать в Райскинга. Дум не хуже, однозначно. Дум действительно не хуже. Ну и не сказал бы, конечно, что лучше. Также есть у каждого свои ценности из этих персонажей. Каждый полезен в разных сферах. Понятное дело, что да, там сейчас Иксай будет просто ультовать в Эмбер Спирит, а этот Эмбер Спирит не сможет вообще воспроизводить что-либо. Конечно же, да, будет его здесь убивать. Ну и кстати, что насчет Брюмастера в миде, Феррари... Я надеюсь, он не будет меня разочаровывать, он будет влетать, ультовать сразу, а не клэпать. Потому что если он будет влетать, клэпать, смотрите просто на персонажей. Есть Бэтрайдер, который также лассо полезен очень быстро. Есть Скайвред Мейдж, который Сайленс свой не кастует вообще. Он просто появляется из ниоткуда. Этот Сайленс. И есть также ДК с моментальным станом. Дай бог ты клэпнуть успеешь. Не то, что еще утонуть. Поэтому, собственно, надо влетать и сразу раскладываться на маленьких пандочек. Ну, как маленьких. Не особо уж, конечно, они меньше. Какой интересный сет на Dragon Knight сейчас у Сейлора здесь. Бодрый такой сет. Ну что ж, пробежимся мы все-таки по персонажам. IG могут здесь очень быстренько проиграть, если вначале преимущество не завладеют преимуществом. Преимущество. Да даже на самом деле... Так, что у меня за автодисконнекты? Мне это не нравится. Алло. Стрим идет. Все нормально. Интернет также работает. Значит, это опять Dota. Секунд, мне нужно... Да, нет, пропал дисконнект, хорошо, и паузу также отжимать, что лагает нереально. Ой-ой-ой-ой. Собственно, что я говорил, если IG сначала не возьмут свое преимущество, или хотя бы не будут ровненько играть минуты до 12, они проиграют. Они действительно проиграют, так как Skybrat получит свой уровень, Ember Spirit начнет наваливать. Есть таких персонажей, которые могут цеплять абсолютно всех. Этот Феррари... До 12 минуты, дай бог, ультанет вообще. Просто на тебя там вешают Сайленс, на тебя прыгает Бэтрайдер. Тебя увезли. Тебя убили. Вот, вот и все. Также есть Сейлар, да, который... Ладно, там, даже если Бэтрайдер не будет приходить в мидлейн, хорошо. Также появится что левел, появится стан рейнджовый. И, собственно, то же самое, все по накатной. Там еще есть Висп, который может прилететь. Да, Бремастеру будет здесь довольно трудно стоять в мидлейне, это однозначно. И что ж, все-таки уже пора бы давным-давно пройтись по персонажам. Invictus Gaming. Иксай будет играть у нас на Думе, Жун, Жан будет играть на Кентавр Варунере, Феррари 430, естественно, на Панде, Чу на Лишраке вновь и Чуань на Рубике. LGD. Яо на Эмбер Спирите у нас сегодня пофармит. Фейт будет играть на Skyward Мейджи, который сейчас как раз и цепляет Иксай. У нас наваливают, поэтому парни связали. Ой-ой-ой, как много урона-то. Еще сразу что, пропустили ФБ, здесь забрали у нас Дума. А ФБ сделали у нас на Dragon Knight. Да-да-да, саппорты зашли. Рубик с Лишраком. Ну, разменялись. Довольно плохо разменялись. Так, Сайлар на Dragon Knight, Инжоли будет играть у нас на Бэттрайдере и ММАЙ. На Ио. Так, сейчас это Ио может здесь пострадать. Нет, успевайте зернуться. Да и не убили бы, конечно, вдвоем. 5-5 сейчас крипстат, то медину. Здесь еще огромная пачка сейчас у Сайлара будет. Можно попытаться хорошенечко так подобивать своей вышкой.
Ой, прошу прощения, у Феррари, господи, я опять ошибся, только сейчас заметил. Феррари и так, как бы, да, сейчас есть 7 крипов. Что-то не получается просто сейчас под вышкой, конечно, добивать. Уже 3 крипа пролетели мимо рта. Ну, опять крипа не забрал. Что-то ты... Сколько можно вообще? Так, здесь у нас 2 саппорта пытаются забрать других 2 саппортов. Это носится здесь немножечко за чуванием. Собственно, ничего интересного. Хотя, я бы, конечно, посмотрел, как там с виспичем летают где-то. Иксай. Ой-ой-ой-ой-ой, мы мая здесь у нас нашли. Дезернуться некому, дали стан. Все очень хорошо сделали. Просто не выпустили из контроля этого парня. Зачем он вообще туда пошел? Могу этого понять, конечно. Брали 1 из крипов. Драгонайт 9. Если учесть, что Селар нас умирал, пока прилетел, пока то, пока все. Крипсат очень даже неплохой. Яо, 10 крипов. Вот здесь как раз кидать не столь много. Можно было бы больше саппортов. Также не было. Ну хотя и здесь Висп тоже гулял с Скеврет Мейджем. Стояли по кругу. Соло с Эндер Спиритом. Так, ну куда ты забегаешь, Яо? Я, конечно, понимаю, да, тебе очень хочется убить Чуаня, но по тебе дали стан, сейчас 2 даже стана. Связал Чуаня, хорошо, Висп подхиливает по одному регену. Добили здесь Чуаня, Шар также отправили в таверну, разменяли хотя бы саппортов. Очень хорошо, что не умер у нас Яо. Это сейчас самое главное для LGD. Танковал там весь дэмэдж и быстренько там начал убегать оттуда. Not going to happen. Этот Эмбер Спирит, да, кабину он там будет разрывать и Рубику, или Шраку. Да, собственно, все. Брюмастер рановато убивать, а Варунора также. Ну и Домбрингера, конечно, тоже. Поэтому Эмбер Спирит, герой, он имеет урон, это понятное дело. И дэмэджи у него... Да, все могут что позавидовать. Слоу дали. Да, я все-таки еще забрал у нас руну Косты. Подняли здесь у нас Хеверет Мейджа и быстро приговорили. Надо было просто донайт, на самом деле, уходить оттуда. Пытался собрать сам. Как-то не вышло. Так вот, да, Эмбер Спирит разносит лица, понятное дело, там, да, 2 БФ, 2 Бурезы, еще что-то. Очень все это хорошо. Но есть Домбрингер. Есть Панда. Есть Рубик, есть Лишрак, есть Кентавр, который врывается. Тебя найдут, тебя законтролят в любом случае. Но Эмбер Спирит не тот персонаж, которого, конечно, здесь... Рад видеть. Чтобы этому Эмберу выиграть, ему нужен действительно оверфарм. Чувань, че? Так, Брюмахер разложился. Отлично, что разложился еще там. Шарит что-то Феррари. Сайлар очень сильно страдает. Кирпича сейчас нету. Бегает просто так. Дал камень все-таки в голову на Сиву. И его очень сильно приседает. Хорошо лопнули шар. Яо ворвался. Че? Че практически мертвый. Бутрайтер хорошо зацепил. Здесь у нас Чуаня. Чуань горит. Как явно горит. 3 стака на парня висит. Команда жгучих. Просто жгучие. Действительно, все здесь жгучие. И очень больно жгут. Феррари также сгорел. Ну и Чи голубем также добило здесь все. Да, на самом деле, довольно-таки хорошая сейчас была драка для LGD. Убили 3 персонажей. То, что Панда разложился, было все-таки не так страшно, как казалось сначала. Домбрингер с Сурсой, Домбрингер 5 уровень. Как бы все в порядке. Все хорошо у этого парня. Бутрайдер. Нету лассо, вообще ничего нету. Накидывает немножечко стаков. Но также здесь есть 2 саппорта. И Висп, который может врываться и наминать щи своими вот этими виспенышами. Маленькими. Что-то не хочет, на самом деле. Пошли в мидлейн. Вардов здесь нету. Что за 2 варда очень странных, на самом деле, сейчас. А, здесь просто у нас падает уже вард, поэтому поставили. Феррари.
можно врываться, на самом деле на Феррари было. Прям за вышку можно было врываться. Нет у него тиммейта, ничего, да, сейф ТП, но стерло бы его за это время. Третьи бризы, форма. Иксай. Нашли. Так, слоу даль. Отлично, Иксай понял то, что он не в том дворе сейчас оказался. Быстренько оттуда, конечно, сейчас ушел. Но и Трайдер также не сможет. Dragon Knight форму проюзал просто так. Дело, да, он немножко понабил, но сейчас, по-моему, набьют этого Сайлара. Хорошо, так, так. Все очень прекрасно закомпушили, как всегда. Еще и с Тампитом там переехали несколько раз в три стороны. Парни, вот звездой его так расплюснуло. Все очень четко делают Invictus Gaming. Все очень прекрасно делают два саппорта. Знают свое дело. Цепанули, убили. Сейчас, кстати, с Эмбер Спиритом, возможно, будет то же самое. Но есть Реминант в лесах. Вопрос, успеет ли убить? Да, вас надо в одно время, но этого хватило, на самом деле. Там сейчас Дабл Эйджа кабину тут растрясло. Кентавр Варунер у нас без Рептарна. Не, ну, конечно, Ретурн можно было качать. Хотя против Бутрайдерс полезно было бы. Смог от LGD. Есть лассо, естественно. Неужели сейчас разведут на иллюзию? Неужели сейчас разведут на иллюзию? Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой, сами сдали. Ну, эх, хорошо то, что хотя бы не стал тратить он лассо. Но форму время потратили. Вышка-то будет Инди найтись? Да, естественно, вышка спокойно не сгинали, отошли LGD. Дум с линии не уходит вообще. У Дума 37 крипов, у Бутрайдера 47, у Банды 41. Ты стоишь вообще на фрифарме, Дум, ты должен фармить как бог. Но ты что-то не бог вообще. Стампит. Dragon Knight в спину. ДК знает. Стан дал. А дальше куда? Дальше куда? Нету скролла. Все, беда. Стан. Хорошо. Ну, сам вот здесь у нас, конечно, погибает. Это однозначно. А в то время разменяли его сейчас на Думбрингера. Ровненько у нас игра идет, да, первые две карты были в нули убиты, что одной, что другой команды. По очереди там каждый друг друга разобрал. Стоит задуматься, что будет дальше, и там 50-минутная какая-нибудь карта у нас будет. Ой-ой-ой, дали сам, подняли еще и просто об землю его разбил сейчас этот Рубик. Ноги ему сломал, когда ронял. Radiant's bottom tower is under attack. Так, ну и хотят LGD все-таки вышку забирать на нижней линии. Skyward 6 уровень. Это хорошо, но Skyward 6 уровня. Из пока что 4-го. Skyward есть арканы. Также хорошо. Пол вышечек сломали. И да-да-да-да-да. Надо отходить, конечно же, отсюда. Есть тем более Vision. Все прекрасно видели то, что за ними здесь выходит. Ворвался, клепнул, разложился, Сайлор, огромные проблемы, сразу есть два там телепорта, это не поможет, Джун влетел, но в этот момент нового банда, плохо сейчас сыгрались. Могли бы, конечно же, забрать еще и... Эмбер Спирит. Так, решили все-таки задыфить, здесь все улетели спокойненько на низ, Дум был проюзан, у нас тут Райдера. А зачем? Старались как-то зацепить. Не пошло. Не пошло. Тем самым хотя бы отдефили здесь вышку. Но хотя также и в миде вышку не забрали. Это очень много
если... Так, че, погибать. Должен здесь точно, на самом деле, погибать. Стан тут раз... Не, дал сверху молнию, станом попал, конечно, по ММАю, но... В этот момент уже телепортировался в таверну аккуратненько. Сайла, форма, хорошо, их застанили. Призами еще задули, вдобавок снова встали, костую телепорт баночкой. Подпилили его к себе и разобрали. Ну, он хотел два врага. Два врага. Минус вышка. Сайлар, что ты делаешь? Зачем ты вообще здесь остался? Возможно, да, там рассчитан как-то на команду, но команда вся битая, все без маны. Куда там драться? Зачем? Такие фиды глупые, даже в паблике такого... Такое бывает не очень часто. Три толстяка, я бы так назвал пик у ИГ. Ну да, три толстяка, действительно. Стекает два дрища. Бригада. Так, ворвался брюмастер, клепнул. Не стал здесь сразу радоваться у нас. Джун, хорошо ворвался, стампить, отлично. По твоим стан разложился брюмастер. Я, о, погибаю здесь. Нет, 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 уходит с реминанта. Гонится за Сайларом, Сайлар погибает. Мансует здесь у нас Ио, его немножко подхилили кирпичом. Просто лопнули этот шар. Фейт. У Фейта огромные проблемы. Клэпнули. Поставил, конечно, вместе. Ой-ой-ой, зацепил, конечно, чем прекрасно. Здесь будет Райдер. И разменяли сейчас с Хайвратом двоих персонажей. Все остальные решили отойти. Но все-таки драка не так плохо закончилась, как могла. Могли бы разбить лицо двум парням и сломать бы вышку вот эту вот. Порезы, конечно же, уже действительно зря, далековато сунулись сюда вот, когда еще стоит тир-1 таур. IG, в себя поверили, что ли? Здесь за тир-2 это не очень хорошо. Яу застанили, дабл эйдж. Стан-то будет еще от лишака? Нет, лишак. Не было вообще здесь лишака. Вот в чем дело. Поэтому спокойненько я у нас уходит на ремонте. А тем самым временем вышку LGD подпушивают у нас сверху. Причем очень даже хорошо. Феррари ворвался. Разложиться не может. Еще 60 секунд. Напоил пивом. Как можно вообще напоить пивом? Забавное вот это существо круглое. Что? Куда ты хотел тизернуться? Получил, конечно, дезернуться. Мог спокойненько уходить. Только сейчас брюмастер нашел Бутрайдера, напоил опять же эту мышь пивом. Сейчас будет заносить его здесь во все стороны. И начал цеплять, кого попало. Собственно, как все делают пены. Разбили мыши, конечно, за это. Загулял здесь он. Вышку, вышку, естественно, еще отдефить. Хотя бы задынаить, надо быстрее вышку дынаить. Ой, его Сайлор, как ошибся. И вышку задонали, и ДК убили. Что-то LGD сейчас... Да вообще, на самом деле, обе команды ошибаются очень, причем явно ошибаются, глупые вещи делают. Я уже даже так отношусь к игре. Не с большим интересом, если честно. Что мне не очень нравится эта дота. Просто 2к ММР пап. Диаболиков со вторых, кстати. Да, Таур, конечно, нарезали очень плотно сейчас. Invictus Gamer. И надо бы остановиться немножечко с драками. Надо немножечко подфармить артефакты. Что там у нас у Брюмастера? У Брюмастера Staff of Wizardy 1300. Ну, я надеюсь, это будет Аганим. Курьере есть что-нибудь? Ага, вот как. Тавр у нас себе привозит уже Форстафыч.
Radiant's bottom tower is under attack. Это хорошо сейчас. Да, находят здесь у нас снова Бэтрайдера. Клэпнули по нему, молнии дали сверху. Дум можно было бы не тратить, я думаю. Стампит тем более. Сайлара здесь зацепить уже ничем не получится. Сайлор на развороте начинает накидывать форму. Встал, очень много, конечно, дэмэджа в него всовывают. Дали сюда все сейф ТП. Чуваня практически разбила Мистик Флеером. За него там погиб лишь враг. Сайлар с батла отбивается. Уйдусь в спорта. Но здесь... Джун, конечно же, грязи наводит. Ну и что ж, 3 в 1 сейчас подрались. Очень плохо, конечно, LGD драку провели. Что, хоть Эмбер улетел? Хм, 22-11. Что по графикам? По графикам 6000 впереди. Иг. Общая ценность по нетворсу также. Идет у нас брюмастер. 7000 имеет. 6,5, конечно, есть у Бэтрайдера. И потом, опять же, два персонажа. Команды. Сейчас еще стрик сняли, кстати. А вот стрик был не очень, конечно, приятный. Сейчас кентавра 674 голды Эмбер Спириту. Это да. Но у Эмбер Спирита нету слотов вообще абсолютно. 18 минута. Цепились сейчас еще Яо здесь. Как-то летает. Да, в общем, улетел-то у нас. Не очень-то уж легко, конечно, улетел. Разбили еще и лишь рака сверху. Виз байбэклся, кстати, сейчас виз байбэклся. Прилетел, хорошо, спасать всю свою команду. Брюмастер нету тиммейта. О-хо-хо-хо-хо, Феррари очень сильно проседает. Подхилили его здесь мехи, забрали. Отлично, Дум врывается, начинает там всем наваливать. Причем очень серьезно сейчас. Что ты делаешь, че? Куда эти были станы? Яо, больной, пытается убежать. Могли бы знать, конечно, этого парня виз. Также у нас умер после байбэка, еще вдобавок. Трипл килл там уже от Чью, я не знаю, конечно, где он это делает. Я смотрю немножечко с другой дракой. Здесь Яо пытается как драться с кентавром. Не особо это выгодно. Чью попадает еще очередным станом. Так, Сайлар. Саблэйдж у нас погибает. Откатился. Трайдера. Ультимейт. Что за 10-минутная драка? Чи пытается там вообще на 10 хпах выживать. Забрали еще сейчас и Рубика здесь. Рубик Чи также, конечно, должен отъезжать. Трипл килл есть у этого парня. Нету маны, конечно, продолжается. Бэтрайдер повесил урну, а вот Сурны он умрет. Сурны? Бэтрайдер? Нет. Лена. Давайте посмотрим по графикам, потому что все ты там не запомнишь. Там умерло, наверное, человек 10 сейчас. Счет был 22-11. Вот здесь вот. Была небольшая драка у нас вот здесь вот. Потом, в принципе, все у нас перешло на мид так плавненько. Был от лишь рака там, да, трипл килл. Но все остальное, по-моему, как раз таки навратили LGD. Умер два раза Висп, умер Dragon Knight. И все. А, ну и Скаврат, да-да-да-да, Скаврат там вроде тоже у нас забирали. Все остальные умирали у Invictus Gaming. LGD, 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 LGD. Это у нас раз, два, пять, здесь четыре. 5 в 4 какой-то небольшой размен был, ну как небольшой. Достаточно глобальный. 2-3 минуты парни просто дрались. Меня как-то уж подплавливает, на самом деле, с Китая. Просто я не самый глубокий фанат этой доты. Так, разложился брюмастер. Сайлар очень серьезно получает лицо. Конечно же, здесь выжить не получится, хотя форс тапнули. Дальше на стампиде догоняют и переехали этого парня. Еще зацепили вдобавок здесь и Чуаня. Так, ну Чуаня спокойненько подхиливает смеки. Брюмастер принял обычную свою форму. И надо, конечно же, LGD разбегаться. Пытались забрать в это время саппорта. Не вышло, Бэтрайдера растоптали. Что за странная дота? Почему саппорты делают трипл килл? Почему
Dragon Knight 1.10. Вообще, ты себя нормально чувствуешь? Очередную вышку ломают нас. Windows Gaming, а будут ли заходить на Tier 2? Ну, должны быть. Киндавр зацепил нас. Скайрайт Мейджор, ну было же это очевидно. Нереально очевидно, что вообще не стоит сюда походить. Ну, халявный фраг очередной в копилку. Рэндиан, сломали теперь Тир 2. Сейчас, конечно, много целей. Три богатыря, там, поскольку уже 1500, 1700, 1400. Нормальный, конечно, такой запак уже здоровья. Этот Эмбер, к сожалению, не навалит. Я уже не говорю про Dragon Knight 1.10.6. Да. Тайлор фулфидер. Что вы распикались? Сидите в своих лесах, фармите действительно какие-то артефакты. Ну, нет, есть у Брюмастера уже ультимейт. Также имеется и Аганим. Можно сейчас всем собраться, пойти забрать Рошанчика и сломать. Действительно, что-нибудь сломать. 2600 на руках у Дума. Практически есть Мистик Став на Кирасу. Понимаю, именно этот артефакт мы будем собирать. Смак, а сейчас Invictus Gaming куда-то здесь заходит. У нас находит Виспа. Нет, пока еще не нашли. Так, нашли теперь уже. Ой-ой-ой, как быстро шар у нас отъехал. Сайлар 11 сверх тебе зарабатывает. Ну вот, да, зашли опять двоих. Персонажа убили. Брюмастер, конечно, зря вообще разложился. Давайте кого-то здесь так же найти. Но... навряд ли это, конечно, получится. Тиммейт уже заканчивается, собственно. Чудо-дота. Всех убивают, но стоят фармят. 12 тысяч золота, стоят фармят. Вы намного сильнее даже без ультимейтов. Брюмастера, без Дума. Намного сильнее. Зацепили Иксая. Сейчас под Мистик Флеером, конечно, очень серьезно здесь разбили. И никто ему помочь, к сожалению, не мог. И форстаф мы там, и еще чего-то. Четвертая минута. БФ появляется у Эмпер Спирита без барабанов. Довольно долго. Так, Брюмастер два саленса получил. У Феррари и так нет ультимейта, но там засалили его еще как. Откинули, конечно же, всю команду назад. И надо саппортом хотя бы уходить. Нет, я его решил догонять здесь у нас Чу. Проюзан был Стампит, но все равно этот лишак здесь не выживает никакими вообще способами. Лишака 11. 7-14. На это 1.11. Эх. Жди, конечно. В экспе, кстати, преимущество всего лишь 5000. Это копеечка, на самом деле, до 25 минуты. Не особо-то уж это и важно. В экспе, может, преимущества практически нет вообще. Но есть 10 тысяч в золоте. Зацепили в очередной раз Сайлара, дали Дум на всякий случай. Но тратить Дум в пацана 1.11 это гнилое дело. Почитай ее крутить чап. В параллельном стриме ХГТ против Тонг Фу. Там туз. Круто. Комментатор чат не читает, может... Том объяснит, а что ему нужно объяснить? Ну, Туск Ферзбан, я просто за Китаем не следил. Ребят, вы не представляете, насколько я за Китаем не следил. Поэтому я не знаю. Ну и понятное дело, что да, какая-то заготовочка с этим Туском. Что здесь еще можно подумать? Больше вариантов нету. Силар, походу, никогда на ДК не играл. Да, действительно, он, походу, никогда абсолютно на ДК не играл.
Что-то мне тоже подсказывает это. Пока что сдохнул. Бэтрайдер. Зацепили Феррари. Так. На Феррари прилетели абсолютно все. Не успевает разложиться. Там три Сайленса на нем висело. Еще под вместе Флэром очень сильно его разбивали. Иксай также зацепили. Здесь очень много персонажей находится у команды LGD. Все IG разбегаются. Все разбегаются. Должен, конечно, уходить. Но тем самым спас свою команду. То, что побежал в другую сторону. И больше никого не зацепят. Тем убили временем Скайбрат Мейджа. И спам. Мастер байбэкнулся. Ну зачем байбэкнуться, конечно, было Сайлар. Надо, конечно, Феррари уже раскладываться, разложился. Дали Дум еще в Сайлара. Опять Дум дали в этого Драгон Найта. 3-13. Ну, идет к успеху. Идет действительно уже к успеху. Летучую мышь нам в полет отправили. Внеземной. ММАЙ. Клэп. Феррари, надо гем забрать. Хорошо. Ушел отсюда с блинка. Очень хорошо сейчас играет Феррари. Пытаются, конечно же, его найти здесь всеми способами. Яо. Так, хорошо. Зацепил колокольчиками. Мистик Флэр не очень, конечно, качественный. Быстро разобрали Скайбрат Мейджа. Феррари также отошел, пришли уже на помощь. Братва. Стампит. Ну и под стампитом все равно Яо догнать не получится. Хотя парень без маны просто стапнул его. Здесь еще Бэтрайдер. Так, Бриндагеры рулят. Сейчас это артефакт топ-1 в доте, по-моему, после ботинка. Тридцать 29-26. До восьмерочки с 12 тысяч преимущества отыграли LGD. Там кого-то даже поубивали еще больше. Да хотя. Хотя нет, у рейдинфагов больше было. Дело в том, что Феррари просто байбэкался, но ему настолько, по-моему, надо без разницы на этот байбэк. Был он, нет его. Т2 Tower. Предпоследний Т2 Тауэр у LGD у нас падает. Будут сегодня убивать Рошана или нет? Я просто не могу этого понять. Так. Бэтрайдер успел вовремя, конечно, прожать БКБ. Начинает его здесь накидывать по нему. Дали еще и Дум этого парня. Очень много, конечно, БКБ там. Не особо оно, конечно, помогло. И сейчас сюда вернется Висп. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Висп также должен здесь отправляться. Джун. Дабстеп. Минус 3. На ровном месте вообще. Бесплатно. И время закрылось на Т3 Tower. Сейчас несколько ошибок, конечно же, отлучили были. Глиф поставили, Бэтрайдер байбэкнулся. Начинает как-то сам наворачивать Эмбер Спирит. У Эмбер Спирита ничего нету, Джуна зацепили. А вот сейчас, конечно, да, Кентаур погибает, это однозначно. Че? Учит также проблемы. Сайлар в БКБ, бежать, быстрее! Прожбук, и я 10-секундный блэкинвар сегодня. Просто так. 4-13. Хоть не один. 13. Ну, в смысле, хоть. Нет, это, понятное дело, это очень плохо. На мидерном Dragon Knight 4-13. Портрет с БКБ. Брейсер. 30-я минута. 30-я минута. Подсказывают, можно куда лучше. Да, этого Dragon Knight гангали. Да, на нем сделали еще там и First Blood, и его убивали постоянно. Ну как постоянно, где его там действительно раза три прессанули. Но 13 раз видеть, неужели нельзя понять, то, что надо бегать с виспом? Надо быть вечно в какой-то обороне. Нельзя находиться одному на карте. Сайлар, по-моему, этого на Dragon Knight не понимает. Игрок очень опытный. Мне действительно нравится, как он играет. Но сегодня что-то в последней игре. Сейчас у него отвратительно получается.
14 тысяч на Творса у Брюмастера, 12 тысяч у Думбрингера, по десяточке у Бетрайдер. С Эмбер Спиритом, ну и также 10 тысячах находится Тин Тауэр. Так, на Стампите сюда въехали, опять Сейлор получает Дум. БКБ XR прожал, но Сейлор погибает, его там уже оставили в покое. Бетрайдер также прожал БКБ, пытается как-то убежать, ему Май ловит кирпич. Куда-то там. Не знаю, это, что это у этого шара было, зад, перед. Radiant's bottom tower is under attack. Ну и вот, опять же, минус 2. Без каких-либо потерь. Это, можно сказать, халявный сейчас Рошан был. Да, нету Дума. Да, нету там у Панды также ультимейта. Ну, сейчас спокойненько заберут, надеюсь, Рошана. Хотя LGT могут и ворваться. 20 секунд, конечно, не будет Драгонайта. Все равно могут ворваться, могут кого-то здесь зацепить. Решили долго Invictus Gaming не ждать. Фейт у нас погибает здесь очень быстро. Да, как-то на самом деле разваливают LGD, очень, причем серьезно. Эмбер Спирит, бежать, бежать, бежать. Яо. Почему-то не связал, кстати. Нужно Вижн пропал на доске на это время. Феррари ворвался по Сайлару, начинает нарезать, есть дабл дэмэдж. 25 секунд, чтобы разложиться, прожал БКБ, начинает там наваливать. И ММА быстро бежать на базу отсюда. Сайлар за всю боль. Просто сейчас Феррари здесь выдает у нас. 746 стрик снял. Дальше что? Одного-то вы убили, окей. А остальных? Че? Загорелся немножечко, быстро сбрили у нас Бэтрайдера, ну и Сайлор как бы также отправляется. Ох, как подсейвил сейчас прекрасно ММАй, но, по-моему, это ненадолго. Щелк, просто получается, сейчас Сайленс в лицо, прилетает здесь два парня, начинают здесь очень жестко наваливать, на самом деле. Если бы не стан по Сайлару, умирали бы сейчас все, лопнули здесь быстренько у нас шар, Сайлар. Ну, просто не выпустили из контроля, на самом деле. Вот там Бризами пытался задуть сейчас по Джуну, не вышло. Отправили Сайлора в таверну, 60 секунд его не будет, да ломайте вы вышку, забейте на этого скайврата. Thanks. Лара все-таки понимает, что не справляются с командой. ИГ. Да, ИГ, конечно, будут показали сейчас не то что лучше, просто получше, чем LGD. Чуть-чуть получше. Лучшей доты здесь не было вообще. То есть, да, бывают игры, где можно сказать, вот, ребята действительно там старались, потели, показали наилучшую доту.